накрывает пещеру заметью от сосулек хрустальный звон. У дракона проблема с памятью. Нарушается связь времен. Без компьютера и без телека он привык не сходить с ума, но добрался до ежедневника. Все равно на дворе зима. Ждал эффекта весьма немалого, а выходит совсем не то. Вот записано: Дарья Павловна. А поди ее вспомни, кто. И клыки еще вроде острые, и как прежде неведом страх, но вот, скажем, гостил на острове. Где тут остров? В каких морях? А вдобавок еще бессонница, хоть и так не сомкнуть очей. Помирил двух придурков? Помнится. А вот если спросить, зачем? Нет давно ни того, ни этого. И картинки совсем не те. Ежедневники для бессмертного, как отверстие в пустоте. Дневники не страница в паблике. В голове не сотрется звон. В марте все пущу на кораблике, засыпая, твердил дракон. А весной, после снежной замяти, жизнь опять красотой полна. Каждый раз его карта памяти обнуляется после сна.